Вы смотрите видео об отеле Maritim Pine Beach Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Maritim Pine Beach Resort расположен в стране Турция в регионе Белек и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 33 километра от аэропорта Анталья, 3 километра от поселка Белек. Территория гостиницы занимает 118 тысяч квадратных метров. Отель расположен в Белеке, на берегу моря. Прекрасный отель для семейного отдыха с детьми. В детском королевстве Пина, площадью 8 тысяч квадратных метров. Предусмотрено все, чтобы ваши дети были счастливы. Красивая зеленая территория, развитая инфраструктура, аквапарк и прекрасный сервис. Состоит из одного основного здания Main Building, одного здания Club Main Building и 13 двухэтажных бунгало. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 5 ресторанов, 3 а-ля карт, 11 баров, 23 конференц-зала до 2575 персон, 7 бассейнов, 3 крытых с подогревом, 4 открытых, 8 водных горок, 2 теннисных корта с жестким покрытием, спа-центр, центр красоты, услуги врача, прачечная, химчистка, почтовые услуги, лифты, обслуживание номеров, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, ковровое покрытие или ламинат, балкон, подключение к интернету бесплатно, Wi-Fi, набор для приготовления чая и кофе, детская кровать бесплатно по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 744, 146 стандарт Main Building Sea View, 2730 М2, максимум 3 человек, Main Building, 187 стандарт Main Building Garden View, 2730 М2, максимум 3 человек, Main Building, 278 Club Standard Rooms, 27 квадратных метров, максимум 3 человек, Bungalow, 43 Quadruple Rooms, 32 квадратных метра, 1 комната, максимум 3 человек, Main Building, 9 Family Rooms, 54 квадратных метра, 2 спальни, межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты, максимум 3 плюс 1 человек, Bungalow, 11 Junior Suites, 45 квадратных метров, гостиная, спальня, межкомнатная дверь, максимум 3 плюс 1 человек, Main Building, 4 Deluxe Suites, 105 квадратных метров, гостиная, спальня, двуспальная кровать, межкомнатная дверь, 1 ванная комната, джакузи, 2 санузла, максимум 3 плюс 1 человек, 4-5 Main Building, 52 стандарт Room Classic Plus, 30 квадратных метров, максимум 3 человек, Main Building, возможность использования павильонов на пляже, 6 Family Suites, 52 квадратных метра, 2 комнаты, межкомнатная дверь, максимум 4 плюс 1 человек, 8 номеров для инвалидов, стандарт Main Building Garden View and Club Standard Rooms. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть: анимация бесплатно, аэробика бесплатно, дартс бесплатно, безмоторные водные виды спорта бесплатно, настольный теннис бесплатно, дискотека бесплатно, баскетбол бесплатно, освещение теннисного корта платно, живая музыка бесплатно, акваэробика бесплатно, турецкая баня хамам бесплатно, катамаран бесплатно с лицензией, виндсерфинг бесплатно с лицензией, игровые автоматы платно, волейбол на пляже бесплатно, бильярд платно, сауна бесплатно, массаж платно, бочи бесплатно, стрельба из лука бесплатно, тренажерный зал бесплатно, парная бесплатно, прокат теннисных ракеток и мячей платно, уроки тенниса платно, моторные водные виды спорта платно, теннисный корт бесплатно, 2 корта с жестким покрытием. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, теннисный корт, настольный теннис, шахматы, мини-баскетбол, пляжный волейбол, поле для мини-футбола, дартс, серфинг с лицензией, каноэ, катамаран, аэробика, дискотека, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, джакузи, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, уроки тенниса, бильярд, аэрохоккей, дайвинг, парашют. Для детей есть 2 открытых бассейна, 2 водные горки, мини-клуб, возраст 4-17 лет, услуги няни платно, по запросу, детская коляска-депозит, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, на пляже полотенце бесплатно, шатры на пляже платно, пирс, песчано-галечный, собственный, на пляже зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно, бар на пляже бесплатно. Год постройки гостиницы – 2001. Год, когда был сделан последний ремонт – 2013.
Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.